Привет, парни. Переснимаю второй раз, что-то телефон, короче, заглючил. В общем, нахожусь сейчас возле вот такой вот конторы. Автодок называется. Это интернет-магазин. Короче, продолжается эпопея с оборотами. Какая фишка? Нагревается машина, начинает, короче, пропуски зажигания появляются. Троит, пердит, не едет, короче. Это уже будет, получается, какая? Я не знаю, четвертая, наверное, часть, или как я пытаюсь бороться, то датчик детонации был. После датчика детонации будет замена мозгов. Потом я помыл форсунки, заменил колечки. Ну да, это уже четвертая часть. Как я, короче, ищу именно, что происходит с оборотами. Фишка какая? Короче, выздоровел мой мастер Серега. Ну, в предыдущих частях вы будете видеть, как мы меняли с ним мозги, там прошивку делали и все остальное. Ну, короче, ненадолго эта тема. Недолго музыка играла, называется. Вот. Что-то, короче, вот эта металлическая херня шевелится. Ну да ладно. Короче, что тут у нас написано? ЛСА. Короче, вроде бы это типа польская контора какая-то. Не польская, а латвийская. Делает, короче, катушки. Ну да ладно, не суть. Смысл в том, что встретился я с Серегой, короче, подключили, ну, короче, в онлайне подключили шнур, взяли комп и погнали с ним кататься. Короче, я пока месяц его ждал, машина подостыла. Вот, мы с ним, короче, наваливали, катались, катались, ну, сами понимаете, у меня времени и, как бы, возможности снимать не было, но и Серегу просить, Серый сидит там, типа, за компом и снимает эту тему, короче, ну, тоже не этот, не фонтан. Вот. Ну и по сути, короче, что мы имеем на данный момент? Причина оказалась вот в вот такой вот катушечке зажигания. Вот. Короче, мы катались, катались, нифига, все нормально, нормально. Потом по концовке она, короче, расчехлилась, начала троить. Я именно перекрестился, потому что думал, ну это просто капец. Ну как бы вы сами понимаете, что бывают такие приколы. Ты вот именно сейчас диагноз есть, только ты приезжаешь именно там куда-то в мастерскую или там к ребятам. Диагноз пропадает. Я думал, у меня такая же фигня будет. Ну, короче, слава богу, что, короче, все расчехлилось, все начало пердеть, троить как и надо, как положено. Короче, на компе подключили, начали все это дело смотреть. Все, короче, замечательно и отлично. Все нашли. Все, короче, катушку проверили. Ну, вот такая фигня, короче. Начинает она именно выходить из строя только на горячую. Почему и как, не знаю, ребят, я не умею проверять такие, короче, электрические моменты, но, в общем, вот она новая, LSA. Цены, конечно, честно говоря, меня именно немножко вообще именно, я офигеваю, короче. Ладно, сейчас попробуем протестировать, короче, как, ну вот, я вам покажу, как она неправильно работает. Вот. Ну, точнее, как неправильно. Ну, как ее колбасит и все остальное. Сейчас. Кстати, короче, отвлекусь немного. Вчера попробовал, поставил руль, который мне подарили. Ну, про который я рассказывал. И, короче, он настолько маленький, что ну его нахер. Мне не понравилось. Он заедает. Короче, мне это не по кайфу. Вот. Специально сейчас катушку не меняю, чтобы показать, как эта вообще тема происходила. Вот. Ну, может, будете спрашивать, а зачем тогда мозги поменял? Ну, по мозгам там вообще как бы отдельная тема, что, ну, они реально-то сгоревшие, то есть, как бы подключали их. Я не только у Сереги подключал, а и так к ребятам ездил, проверяли. Да, действительно там, ну, они не сгоревшие, просто есть какая-то фигня, именно, ну, какая-то ошибка в них есть. Они то работают, то не работают. Почему так происходит, я без понятия. Блин, парни, сейчас я, наверное, вам ничего не покажу, потому что дорога именно очковая. Сейчас я поставлю на паузу, выйду на какую-нибудь нормальную, там поднавалю, и вы все увидите. Так, ну, далеко не убегаю.